Государственный медицинский университет семьи отмечает 65 лет. Учебное заведение выпустило тысячи высококвалифицированных специалистов и установило партнерскую связь с ведущими вузами мира. Глава государства акцентировал свое внимание в послании народу Казахстана на важности повышения уровня образования, основываясь на лучшей международной практике. К своему юбилею вуз приурочил международную научно-практическую конференцию «Современные инновационные подходы к модернизации медицинского образования, науки и практики». В ней приняли участие представители Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также казахстанские и зарубежные ученые. За 65 лет медицинский университет окончило более 26 тысяч студентов. Учебное заведение, которое готовит специалистов по трем направлениям – медицинское образование, наука и современные технологии, в настоящее время тесно сотрудничает с более чем 60 странами мира и реализует совместные научные проекты. Сегодня ведущий университет приведен к автономному управлению и теперь является некоммерческим акционерным обществом, что отражено в послании президента. В нынешнем послании президента существует ряд требований. Во-первых, это автономия учебных заведений. На примере Назарбаев университета. Сейчас в учебную программу медицинского университета входят новые принципы и методы. Конференция, в которой приняли участие ученые из разных уголков мира, проходила в течение двух дней по 9 секциям на казахском, русском и английском языках. В рамках празднования юбилея университета состоялось также открытие сервисного центра для сотрудников и студентов учебного заведения и встреча с ректорами медицинских вузов Казахстана. В течение 65 лет университет подготовил более 200 кандидатов наук, более 100 докторов медицинских наук, обучил более 100 PhD-докторов и более 250 магистров. На сегодняшний день наши выпускники работают во всех уголках Казахстана. Конференция продолжилась пленарным заседанием. Здесь были представлены доклады по различным актуальным темам. Бакытгуль Казя, Серик Нуртазаер, Нуркалелов, телеканал «Семей».